участвовали мы так же, как и все. Проект наш посвящен созданию цикла фильмов короткометражных для канала YouTube. Фильмы будут посвящены исторической рыбалке. Это такая ниша в исторической реконструкции, которая не освещается у нас в практическом плане совсем. Поэтому мы хотим для наших как бы коллег, которые занимаются исторической реконструкцией, вот, и для людей, которые далеки от исторической реконструкции, сделать такой фильм. Как будете использовать полученные средства, награду? Ну, на съемочный процесс, в первую очередь, самая дорогостоящая часть – это аренда киносъемочного оборудования. Вот. И, в общем-то, командировки к местам съемок, непосредственно к местам лова. Верили, что получите и станете лучшими? Ну, честно говоря, очень волновались, конечно, очень надеялись. Вот. И, да, я верил.